Всем привет! Наконец-то в игру добавили возможность крафтить двухслотовое снаряжение. Те, кто смотрит мои видео давно, знают, что недели 2-3 назад я предупреждал об этом и рекомендовал уже тогда начинать копить, там, ну, не копить, а складировать там снаряжение вот однослотовое, которое вот самое дешевое. Не продавать его на рынок, а складировать и по возможности даже скупать. К сожалению, вот, ну, мне вот за этот период удалось накопить только пушки. Я вот скрафтил себе только что Либерту. И у меня была однослотовая. Я еще накопил 8 пушек. Я их скупал. Старался выбирать самые дешевые. Скупать можно разных классов. Я напоминаю, что вот у меня там были топоры, луки, ну и посохи. Я их выбивал. В итоге у меня вот получилась Либерта. Как вот крафтить, я могу показать вот на примере шлема. То есть вот я сейчас, у меня есть один обычный шлем однослотовый, он на мне, вот плюс 32, и два шлема я их купил или выбил, я уже не помню. Ну и камни гравировки. То есть вот, чтобы скрафтить, я планирую Джерета шлем скрафтить, он дает крит, хотя он дает меньше защиты или БС, кому как удобней. Но зато он дает крит шанс. То есть вот тут он режет крит, этот Тарис или как его там, забыл как на русском, но дает 48 дефа, а Джерет 44. Ну вот на примере давайте скрафтим. Так, сейчас нельзя крафтить, пока вы не вытащили кристалл. То есть у меня тут стоит кристалл, его нужно удалить либо вытащить. И также замочки нужно снять. Так, сейчас удаляем кристалл и возвращаемся к крафту. Можно выбрать один из трех шлемов. То есть вот шлем, который дает среднее значение защиты, но какой-то бонус у него, ну, бесполезный. Этот режет крит, но дает максимальное количество защиты. Ну а этот Джаред дает меньше всего защиты, но дает приятный бонус крит шанс. Мне нужен именно этот. Из-за статов там я рассчитал, что мне этот больше всего подходит. Так, важный еще момент, что вот у нас этот шлем с гравировкой, и после крафта гравировка слетит. То есть вот берем, крафтим, проходит анимация, и по итогу мы получаем Джаред. Он у нас даже сам оделся. И без камней, ну мы и камни сами вытащили, и без камней гравировки. Без гравировки. Что еще хотел сказать? Чтобы скрафтить грунил, нам нужно еще два таких шлема. Вот двухслотовых, но обычных. И тогда мы сможем скрафтить грунил. Вот, то есть у нас сейчас подсвечено, что у нас подходит один шлем, то есть наш. Нам нужно еще два таких же. Плюс ноль. Ну и камни гравировки. То есть в сумме выходит, что нам нужно 9 шлемов. Ну, один у вас, наверное, и так есть, который одет на вас, и плюс еще 8 шлемов. Ну, собственно, также я скрафтил Либерту. Что касается экономики. На данный момент, вот возьмем для примера Либерту. Основная пушка у нас есть, нам нужно еще докупить 8, к примеру. Это получается 800 миллионов. А Либерта на рынке по максимальной стоимости сейчас продается, вернее, как продается, если ее бы кто-то продавал, а это 729 миллионов. То есть, если она появляется на рынке, дешевле не заморачиваться с крафтом, а купить сразу готовую. То есть, и перекинуть точку там со своего оружия. Но так не совсем снаряжением. И с пушкой тоже, возможно, не так же будет в будущем. Но вот, например, если взять... Так. А, еще такой момент. То есть
А если у вас есть пушки, вот, например, как вот у меня было 8 однослотовых, то выгоднее скрафтить, потому что если бы я их продал, их 8, я бы получил 800 минус 30%, это, по-моему, так, 560 миллионов я бы получил. И в итоге это было бы дешевле, чем, ну, купить по максимальной цене. Но вот, например, если брать ботинки, вот чтобы получить грунил ботинки, нужно там, по-моему, 71, сейчас миллион продает 71,5 по максималке, плюс 8 таких ботинок. Короче, это явно выходит больше, чем 350 стоят ботинки, максимальная цена 350. И, короче, это уже невыгодно. Если есть грунил на рынке, нужно их скупать. Либо вот сделать, как я, но тоже. Вот я попытаюсь купить их, вот мои цены, но мне кажется, это слишком низкая цена. То есть, я думаю, есть множество других людей, которые там ставят и 400, 500 миллионов, а может и больше. Только чтобы купить вот, ну, лучший шмот из оранжа. Как? Есть красный, конечно, но красный еще дороже и этот проще достать, по крайней мере, реальнее. Также вот я скупаю ботинки, потому что чем крафтить их, это мне нужно вот 71 миллион умножить на 2, потому что у меня есть ботинки, все равно выйдет дешевле. Вот если я куплю по 133, выйдет дешевле, чем самому крафтить. Сейчас рынок пуст, то есть вообще, то есть да, даже однослотовые не купить. Вот по максимальной цене стоят однослотовые, но их никто не выкладывает. Так что так. А как поступать вам? Что делать вам? Ну, тут решайте сами, исходя из вашего кошелька, из ваших возможностей, из того, что у вас есть, уже решайте сами. Ну и, собственно, на этом все. Если для вас это видео хоть чуть-чуть было полезным, поставьте лайк, подпишитесь. Ну и всем спасибо, всем пока.